В России более 12 миллионов людей с инвалидностью, из них более 4 миллионов дети. В Чувашии их более 83 тысяч. Эти цифры озвучили во время круглого стола уполномоченного по правам человека в Чувашской республике. Он ежегодно проводится в преддверии Международного дня инвалидов. В случае инвалидности каждому гражданину России гарантируется социальное обеспечение. Это право закреплено 39-й статьей Конституции РФ. Один из важных аспектов – трудоустройство. Только в этом году в службу занятости обратились более 1000 человек. Из них 700 получили работу. К сожалению, бывают случаи, когда людям с ограниченными возможностями здоровья отказывают без причин или не создают им необходимые условия труда. Прокуратура, в свою очередь, проверяет работодателей, в чьем штате числятся инвалиды. Самые частые из выявленных нарушений – их принуждали работать сверх меры или же не давали отпуск. Анализируя обращение граждан, поступившие в аппарат уполномоченного, хочу отметить также проблему неприспособленной среды, проблемы трудоустройства. Они существуют, и такие обращения есть. По каждому обращению лиц с инвалидностью об оказании содействия или с просьбой о восстановлении прав уполномоченным предпринимаются исчерпывающие меры. Инвалидам оказывалось содействие восстановления права на свободу передвижения, право на достойные условия проживания, право на жилище, на судебную защиту, на получение бесплатной юридической помощи, право на социальное обеспечение в случае инвалидности и других. Но в целом для поддержки инвалидов с каждым годом делается все больше и больше. Продолжает действовать государственная программа «Доступная среда». По ней планируется, что к 2036 году 98% объектов будут доступны для инвалидов. И на столько же процентов увеличится доля семей, включенных в программу ранней помощи. Общая сумма финансирования – почти 890 миллионов рублей.